у нас такая маленькая духовка. Здесь, ну, 6 пирожков можно сделать, да? Не больше. Да. И с яблочком, с сосиской. Посмотрим. Да. Ждем. Вот нагревается. Ждем 15 минут или 20. Ну, она максимум 15 греет, но если нам не хватит, мы добавим еще. Еще 5 минут. Или 10. Вот она начинает греться. Ну что, смотрим, что получилось? Давай, да, смотрим! Осторожно, вау, вот такие хорошенькие. Это наши сосиски. А, они должны еще остыть. Да, спросите, почему это сосиски, где там внутри? Ждем. Ждем? Да, да.